羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Волхов сегодня просит меня принять результаты. Забыл я, получается, ну, с обходами. Грубо говоря, 5 часов будем брать. Но хотя там 5 часов и не будет. Осталось еще мне часик из тура 5-часового. Вот, наловил я за это время. А, получается, вот я пришел на Налиме, на этом. Вот, как-то так. Более-менее лососи попадаются, на самом деле, между речи. Вот ладошки даже на десятку, на 11 было. Атланты тоже, ну, немного, но тоже есть бодрые. Щука, более-менее, даже на 7700, 7200. Один сомик заходил на Лима. Ночью я встаю, получается, на 105.92. Жерех, кстати, тоже идет. Да. Даже вон по трешке были жерехи хорошие. Маршрут обычный, вот так вот двигаюсь туда-сюда, обратно. При развороте пытаюсь разворачиваться вот на эту вот сторону, почему-то сюда всегда беру. Вот. Сборки плюс-минус одинаковые в плане, но везде снэтчер второй. Пробовал я и вальсы, и дуджи кленки, но пока снэтчер второй себя показывает лучше всего. Вот. Сейчас доплаваю еще час, посмотрю, что получится. Ну, вроде бы более-менее и клюет. Хотя бы даже если там выйдет 1500-1500, в идеале хочется. Ну, не знаю. Посмотрим. Но клёв более-менее вернулся понемногу на междуречье. Вон, я еще и турнир забрал. Вот. Повезло. Тут чел он на втором месте. Он даже получше меня немного тут поймал у него. А, нет, у меня лосось ладожский 7400. А, ну да, у меня чуть побольше. У меня атлант больше вышел. Такой микротурик сделал. Вот, сейчас посмотрим, что получится. Сейчас в ночь встану на Куприяна, на Лима. Может, что поймаю. Посмотрим, покажу результат. Прошло время. Постоял, половил. Почти заканчивается, там в турике даже в каком-то участвовал. Ну, вся рыба. 1500. Ну, в принципе, нормально. Как-то так. Кафе ничего нету. Всем ни хвоста, ни чешуи.